Весеннее тепло и свободное время на майских праздниках – повод для уборки. Сезон благоволит мытью окон, выметанию углов, чистке мебели и другим житейским заботам. В случае, если свои руки все никак до этого не доходят, помогут чужие сотрудников клининговых компаний. Одна из таких уже 4 года работает в Хабаровске. Современный человек, он экономит свое время, да, и, конечно, это удобно, когда компания может приехать домой и все там в течение часа сделать. Мы все ценим свое время, экономим свое время, предприниматели вообще время ценят, да, поэтому, конечно, это направление активно развивается и конкуренция здесь уже формируется. Услуги клининга сейчас в моде и пользуются спросом, однако бизнес стремится расширять круг своих клиентов. Для этого Максим Бальтруков, владелец компании «Просто клининг», стал искать рекламные возможности. В прошлом году с помощью центра «Мой бизнес» бесплатно был создан видеоролик для продвижения, а в этом году предприниматель попал на экраны в центре города. Это интересная возможность в том плане, что ресурсы из бизнеса не приходится выдергивать, да, на такие мероприятия. Есть возможность использовать их извне. Таким образом, нам полегче. Ну, то есть эти деньги можно куда-то использовать в другое русло, привлечь больше клиентов, например, там, на рекламу потратить. Вот. И определенно это классно. Благодаря сотрудничеству с центром «Мой бизнес» предприниматель сэкономил на рекламном продвижении своего дела не меньше 30 тысяч рублей. В этом году центр сможет помочь самым разным образом 630 деловым людям. Дмитрий Павленко, Мария Шулешко, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.